Названа дата, после которой водителей будут наказывать за техосмотр. Штрафы будут назначать через 1,5 месяца после вступления в силу новых правил прохождения диагностики. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится штраф за отсутствие техосмотра, вступят в силу 26 июля. Сообщается, что письма счастья полетят автовладельцам с камер автоматической фиксации, которые будут фиксировать отсутствие технического осмотра авто. Принцип действия такой. Камеры автоматически проверят госномера проезжающих автомобилей по базе единой автоматизированной информационной системе и сразу направят уведомление о штрафе нарушителю. Есть нюанс. Фиксировать нарушение и, соответственно, выписывать штраф будут не чаще 1 раза в сутки. Сумма штрафа составит 2000 рублей. Кстати, если выяснится, что диагностическая карта поддельная и проведена без фактического техосмотра, то оператора технической станции или сотрудника страховой компании накажут на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Должностное лицо от 30 до 50 тысяч рублей, а организацию на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Напомним, изменения в законе о техосмотре вступают в силу 8 июня. Процесс технического осмотра и номера авто будут снимать на фотокамеру. Кроме того, будут фиксировать координаты авто во время съемки.